Я помню все деревни проводы и слезы бедных матерей. Их сыновья ушли в сражения, да так и не пришли домой. 4 долгих года длилась Великая Отечественная война. На фронте и в тылу людей спасали песни. Они вселяли надежду и лечили душевные раны. Спустя многие годы композиция о войне все так же трогает сердце. Многие из них на сцене Центральной библиотеки исполнили участники клуба «Дорога в жизнь» – ребята с особенностями ментального развития. Клубу «Дорога в жизнь» в этом году исполнится 7 лет. Тем не менее, подобное выступление прошло впервые. С ребятами лично занимались музыканты Центра культуры совхоза имени Ленина Рустам Каблахов и Олег Кондратюк. Мы решили не давать им словесные вещи. Мы решили вот дать им на музыкальном уровне, потому что именно музыкальный уровень лучше для них. Опыт Рождества, когда я рассказывала и... практически в ноль. Когда мы исполнили это в песнях и сделали театр, помнят до сих пор. Учителя вышли на сцену вместе с ребятами. Рустам Каблахов впервые аккомпанировал, несмотря на 15-летний музыкальный стаж. Любовь к музыке баянисту привили в детстве. Сегодня ее зерна он сеет в юных артистах. Нам предложили с Олегом приехать вот в эту библиотеку города Видное и выступить. И мы с удовольствием согласились, и это и для меня опыт с точки зрения как аккомпаниатора. На сцене прозвучало много известных песен «Надежда», «Журавли» на безымянной высоте. Участники клуба продолжат заниматься музыкой с профессионалами, а значит и радовать зрителей новыми концертами. Александра Столярова, Ольга Садовская, Видное ТВ.